Российский центр науки и культуры в городе Бресте – это проводник дружбы между россиянами и белорусами. Представительство выполняет важную миссию – помогать в развитии эффективного диалога, содействовать проведению культурных и творческих мероприятий, которые бы переводили взаимоотношения жителей стран-соседок на новый уровень. Встреча брещан с представителями Ямало-Ненецкого автономного округа призвана укрепить дружбу и открыть жителям областного центра такой далекий и такой красивый север. С Российским центром науки и культуры в Бресте – это первый опыт, а вообще мы занимаемся с такими центрами на территории постсоветского пространства, и нашу программу и округ презентуем для того, чтобы была возможность знать о нас, потому что мы все-таки живем на крайнем севере, это очень далеко, и не каждый о нас слышал. Говорить на одном языке значит иметь общие мысли, общее представление о культуре и искусстве. Несмотря на то, что Брещину и Ямало-Ненецкий округ отделяют тысячи километров, это нисколько не мешает совместно работать в вопросах патриотического воспитания молодежи. Определенные договоренности по сотрудничеству уже прослеживаются. Посетили с экскурсией Брестскую крепость и были приглашены в патриотический центр. И в результате договорились о направлении школьников старших классов Ямало-Ненецкого автономного округа на смену, которая пройдет в весенне-летний период на территории патриотического центра в Брестской крепости. Праздничный концерт продолжил теплое и дружеское общение. Гости смогли раскрыть удивительное многообразие своей культуры, показать, какая она самобытная. В сочетании с красочными костюмами образ приобретал новое прочтение. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.